Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артур Шустрил и Джек Шепард. Поздоровайтесь, ребята. Всем привет. Здорово. Мы находимся на другом сервере, у нас другая машина. Ее Шустрил опять нашел, по-моему, да? Ну, это было за серией, потому что опять этот людей как бы парить 20 минут, как мы собираем тачку, неинтересно. И это сделал я сам. А тот сервак, на котором наш основной лагерь, просто не работает сейчас. И да, сервера дидосятся, как обычно, шкалалы, хейтеры всякие и прочие тупые дети. Как обычно, мешают нормальным людям жить. Какой ты злой. И я был вынужден их всех. Я болею, поэтому я сегодня могу говорить гадости. Мне сегодня поэтому можно. Этот человек у нас будет за рулем. Потому что он болеет. Так, сегодня у нас план на целью. Ой, план на целью. План на серию это... Рвануть рвануть до аэропорта и там найти Красноставу, который северо-восточный. Если быть точным, и там в ангаре спавнится вертолет. А чем черт не шутит? Может быть, мы же, кстати, мимо болот сейчас будем проезжать. Может быть, там будем? Нет, там нет дела. А зачем? Не знаю, клево было. На приключения потянуло? Почему нет? Ну давайте. Чемпиозочку, да, я бы хотел взять. Блин, ну с этим новым патчем, я, честно говоря, вообще как-то не люблю эти места, населенные зомби. Они просто офигеть какие-то стали, имба. Ну, на машине. Гости начали ломать. Мы не ищем легких путей. А, нам нужно еще заправить. Да-да-да, да, бензин. Ну... Смотри, сейчас по дороге едем в Комарово, и там вот, будет такой... из Комарово болото, все правильно. Ой, не в Комарово, а в Каменку. А, и там же Каменки будет. Чего у меня Волга такая убитая, ржавая вся? Сейчас туда пешком пойдет. Какую уж спершу стрелу такую спер. Мог получше найти. О, зомби воняет. Ой, мухи летают, зомби воняет, говорю. Ого, у меня тут лагает. Что-то я куда-то не туда заехал, да? Вон, ржавая стоит, ржавая, ребята, нам к ржавой. Давай. Где она? Так, Джек, все, пошел. Джек, заправка, план заправка. Я нажал get out. План заправка. Канистрки беру. Я не могу же, кто-нибудь возьмите канистрки, киньте мне в валиспак. Я не могу, тот, кто за рулем, должен это делать. Артур, не... давай, канистрки. Садись на пассажира, Артур, и да заходи. Я знаю, в да. Ага. Беру два джерикана. Я занял, я занял один только могу взять. Зомби появились. God damn. Так, короче говоря, я get out. Давай, мне вали спак. Кто-то стрелял недалеко, или будьте готовы. Это я остановился только что. Шаркнул ногой. Твоя мать, что он не наполняется? Он в инвентаре находится? В инвентаре должно быть, да. Ну, а не я в инвентаре? Как раз это место обрешу, где обычно чешский рюкзак лежит. Фил Джерикен должен быть. Здесь я куча коней этих банок засранных и трава. Так, ребята, что-то у меня глюк какой-то, я около Волги выкладываю на дорогу, и вы берите по одной. Давай. Погоди, ох, сколько взял, их появилось. Ты взял обычные канистры, слышишь? Ты пустые-то взял? О, еда в воздухе. Я только что пустые. А, не полные, ребята, они со всех сторон подходят. Я взял пустые. Ребят, может, уедем, раз у нас две полные канистры? Садитесь в машину, я сейчас заправлю канистру. Пустые, да, заправляй. Да, и поедем. Рвать. Готовьтесь пока, садитесь, но не заводите мотор, чтобы... Да они уже тут. Уже бегут? Они еще не бегут, но уже сейчас будут. Сейчас. Давай. Все, наполнил две канистры. Сейчас я сажусь и газуем. Давай, садись. И Артур сразу А, нет, ладно, иди. Врыв! Давай, да нет. Давай! Там кто-то сигнализация работает. Господи, Иисусе! Все нормально, пацаны, все нормально. Я в салоне сижу, мы в дом! Привет, дом! Где дом, блин? Пиздец! Артур! Здесь еще можно было заправить. Он болезнь, это не очень хорошо сказывается. Да все нормально. Кажется, он хочет. Блин, пустые канистры написаны не Джерикан, а Empty Jerrycan, что ли? Да. И еще красный такой кружок с полосочкой. Типа, нет, явно не короче. У меня просто нет большого опыта в заправке, поэтому я не знаю. Джек, посмотри на меня. Как твои дела? Как мои дела? Обрати внимание на своего соседа. Привет! А ой. Я же, блин, у меня камера сверху, я осматриваюсь вокруг машины. Я чуть не убился, у меня... Там заяц! Да, боже. Как это непрофессионально, господи. Я не знаю, ладно, вам придется потерпеть. Начали серию, да? Хорошо. Вон мама зато коннектор. Мама! А если мы сейчас встретим Нуба голову, мы его подвезем? Нет, это останется для твоих роликов. Не-не-не, я хочу его почему бы? Именно подвести, правильно подвести, без всякого злого умысла. Не знаю. Ладно, можно.
ой, блин, тут что-то я чувствую, не проеду с этой стороны. По правой дороге есть. Проедешь, да проедешь, все. Там да, блин, дорога, я там... одной рукой телефон зажал, чтобы он заткнулся. Зомби есть в селе, ребята, зомби есть в селе. Да это, блин, берег, тут в каждом селе зомби есть. Справа они где-то бегают. Значит, справа рядом с факторкой кто-то есть. А, ходячий мертвец был. Гениально. Кстати, прошел я ходячих мертвецов 2 эпизода. Он за кем-то гонится. Очень всем советую купить эту игру и поиграть. Просто. Сколько тебе заплатили, Джек? Мне заплатили не сколько, я сам ее купил. Шкуру продажная. А кто-то там, по-моему, на нее даже летсплей сделал. Я вообще не знаю, что ты говоришь. Едем прямо, и скоро болото будет слева. Ой, ребята, может кто-нибудь другой поведет, а я пока, блин, телефон возьму. Ладно, Джек поведет. А, ты где-то впилились куда-нибудь. Так, вот тут я останавливаюсь. Угу. Садись на пассажира, Джек садит за руль. Вот. Черт. Джек, все, поехали быстрее, нам прямо. Ну, так мне сначала надо сесть. Нам можно прям это, не по дороге ехать, а вон сразу к амбару. А мы в болото, да, идем? Да. Как Джек Шепард, так сразу все, по поляне поехали. О чем вы, какие дороги? Давай в лес припаркуй тачку, пожалуйста, слева. Не хочу прям по своей точке. Все, я выключил звук. Отлично. Все правильно. Так. Я думаю, если нас спалят, то мы выживем. Если нас спалят, я думаю, то они не рады будут. Ой, я помню это место. Я тут бегал как-то. У меня, вернее, не бегал, а ползал. У меня ноги были сломаны. Паркуемся, да, наверное, где-нибудь? Да, все. Так, Get Out, что делаем-то? Я прослышал. Вы идете, вы сейчас пойдете с этим, с Джеком искать там что-то? С этим, да. Ну и просто я боюсь вас перепутать. С Джеком пойдете полутайте немножко, скажете, что там есть, а я пока попасу машинку, и я сейчас на радиостанцию смотрю, на радиовышку. Никого рядом не вижу. Кай. Так. Все, идем тогда. Сейчас, я этот. Будьте скидывал джерикана. Аккуратно. Ой, зомби идут в нашу сторону, в общем. Там лесочек. Сейчас пройдем. Так, я пойду спрячусь. Так, справа от меня кто? Я тут хожу. А, понятно, у тебя же этот ДМР. Тут куча зомбаков везде. Так, а что мы там делаем? Мы для чего туда идем? Я что-то все пропустил. GPS, ты сам сказал GPS. А, мы же на болотах, да? Да, да, да. Блин, опасно. Угу. Подожди секунду. А где мои патроны на М911? Только не говорите, что они ложись. Выпали. Ты сначала ложись, а потом говори уже. Я тебе в сумку их положил в рту. Так, блин, я же их перекладывал уже в этот себе. Они по новой тут. Я не понимаю, временами инвентарь, он какой-то странный. Инвентарь иногда не понимает тебя. Ага. Инсовый тираша. Инвентарь. Коллекц ю. Ага. Слева от тебя зомби за кустом. Вижу. Стараюсь не убивать его. Стараюсь. Чтобы попасть. Я нашел М9 с ПБС. Блин, мне бы ваше время, я бы себе тоже что-нибудь нашел. Но зато бы мне вон кобру нашли. У меня, правда, был без. Вот, собственно, сволочь, без кобры. А мы в сторону поворачивает, как. Ты приляг, может? Почему бы не прилечь, а? Справа тоже зомби. Джек Шепард, ты глухой. Я прилег, да. Ну теперь-то? Ну теперь-то, когда я смог более-менее нормально пробраться вперед. Блин, мы бы могли сделать сейчас поумнее. Заехать на взлетную полосу, я бы занял позицию на радиовышке и прикрывал бы там вас всех. У нас так много. Ну, я бы видел все подходы, а так по итогу я сейчас лежу в лесу и не вижу ничего, кроме тачки. Ну, мы могли эту тачанку потерять просто. Кто каким образом? Я бы никого не пустил. Вот. Ну ладно. Я вообще просто, я за вами иду, я все прослушал, пока этот телефон меня донимал. Я терпил сегодня, как обычно. Я надеюсь, ты где-то там за мной. Я сдал паузу, да. Я бы сказал, если бы я тебя потерял. Ага. К машине подошли куча... На вышке никого нет. Ребят. Радиовышку я посмотрел тоже там, да, там чистота, порядок. Ну, могут из лесочка справа кемперить.
кемперы. Могут. Что очень часто делают, кстати говоря. Ну, я тоже не уверен, что там кого-то вижу. А мы сюда вообще зачем пошли? Корова. Еще GPS. Раз. GPS. Нет, за GPS-то надо ходить правее там в кемп. Тут GPS я ни разу не находил. На этой вышке. Нет, так не на вышке, в ангар. Правее. Кто-то видит Field Hospital.ru, две каких-то этих машины на карте, если открыть. Ну ты смотри, я пока прикрывать буду. Автобусы такие? Да-да-да. Это автобусная остановка. Нет, там красные прям эти, блин. От болот ниже и правее. Field Hospital.ru, Field Hospital.ru. Красные вижу, эти четыре точки таких. С крестиками. Вижу. Четыре штуки. Это, хрен по-моему, знает, это оригинальная арма, что-то такое. Затрудняюсь сказать, что это такое. На берегу под болотами на карте отображаются четыре точки шустрила. Прекрасно, прекрасно. А у меня их нету, вот я снимаю. Что, ну, по это, видимо, по расстоянию. По лесенке, думаешь? Угу. Давай, хорошо. На горку я смотрю, там вроде бы чист. Ну хотя, что кемпер-то, он лежит себе. Да, последние секунды не дает. Ну здесь зомби нет, вроде бы. Что хорошо. Мне вообще стоит подниматься, нет? Не знаю. Но лучше все-таки, не знаю. Обратно я, наверное, этим же путем пойду. Как вам идея сесть в машину и поехать на аэродром северо-восточный? И не заниматься чепухой. Северо-восточный? Да. Красноставский, вот который. Поднимусь, ну, понял. GPS и... В принципе, идея неплохая. Нет, пока. Ну просто на этих болотах мы действительно теряем время. Ну сейчас, раз уж поднялся, он то пусть посмотрит, да поедем. А ты прям на самый верх, да, поднялся? Да, я уже спустил для МП5 магазин здесь. У нас есть уже магазин на МП5. Но они. Слышу мух. Да, я тоже слышу. Через дверь все закрыто, здесь внизу мусор. Все, здесь ничего нет. Шустрил, ты подъедешь к нам? Да. Но у меня мало FPS, а мне лучше не водить. Вы готовы? К отправке. Нет, действительно, на втором этаже кто-то как раз сдох. Я выезжаю или как? Сейчас Джек Шепард спустится и скажем. Хорошо. На лесенке уже. Ты через центральный выходишь? Нет, я по лесенке спускаюсь, пока долго. Все, выезжаешь, устрел. Хорошо. Только у рулю надо будет у меня забрать, потому что хорошо. У меня 10 FPS, я Джек не очень повезешь? Чувствую. Давай сразу определимся, чтобы ты это... Ну, у меня 16, так что... Ладно, я поведу тогда. У меня 30. Так, ты прям на ВПП подъезжаешь к этой вышке? Да. Угу. Тут всякие психи под колеса кидаются. Ну понятно. Умно. Это вы там, да? Да, да, мы да. Вдвоем тут. Видим тебя. Угу. Я перед камером тормознусь. Давай. Ой, это у меня прямо в него. Ох, как опасно, почти в него, да. Не, у меня расстояние километра. Так, все, давай, я перелезу. Так. А, прямо так? Хорошо. Садись. Так, отсюда выезд-то будет вообще? Да, мы там дальше выехать. Можно через полянку. По проселке можно, по проселке и на дорогу выехать. По проселке она, в смысле, прямо? Да. Шифтом, Артур, зажимай шифт, чтобы быстрее отсюда свалить. Вот прям как ты сейчас едешь, прям будет маленькая такая полосочка, ведь дорожка там еще к трем этим зданицам, у которых я не был никогда. О, как она туго идет с шифтом-то. Зомби на нас согрелся. Я знаю. Так, вот по этой хрени, да, едем? Да. Здесь труп, Артур! Да здесь могила. И вот даже на этой дорожке мусор накидали, но они совсем, что ли, уже? Ой, тихо. Ой, зря. Здесь, я думал, мы левее объедем. Я не знаю, что происходит. Да, блин, я лучше по поляне проеду, чем по этой дорожке. Скорость не намного выше. Так,
Куда едем, Джек Шепард? А, да прям пока едете. Пока не Может, скажу. Направо на шоссе лучше выйдем и поедем дальше спокойно. Ну так мы и так скоро выйдем на него. Я буду через поле. Я просто Отстой. Не уверен, можно ли там просто выехать, или там будет какой-нибудь забор. Можно. Давай, Артур, через поле на шоссе. Напрямки? Вон там колесо. Ой, здесь же могли быть эти всякие. Бумаги, да, что ли. Но за нами всего один зомби. Может, возьмем все-таки что-нибудь? Давай, поворот. Давай, тормози, блин, я буду с ПБС, я его гасану. Или задави. Давай, давай, вылазь. Так все убито. Ну, блин, выходи, выходи. О, нормальный ПБС такой. Увесистый. И? Он еще стоит. Вы, главное, сами нервничайте там находиться, в 200 метрах. А тут у нас... Наконец-то. Ой, там еще двое лес. Но я как-нибудь проберусь. Пойдем шестрел. Так, я машину поближе маленько к забору подгоню, что ли, или к лесу? Не надо, нет. Пусть стоит, все в порядке. Лучше. Это будет как раз приманка. Идите, Артур, идите, я прикрою машину. Хорошо, что-то у меня сегодня котелок вообще не варит. Чем шире машина стоит, тем... Мама кикнули. Мама дисконнектит. Мама сейчас всем расскажет. Да, там зомби прямо в этом колесе стоит. А, это, кстати, читы 49-й на технику. Понятно. Хорошо, что здесь банят за это. Кто-то стрелял со стороны кемпа. Причем стрелял из винчестера. Какого кемпа? Кто где? Ну, кемп военный. Да. А, понятно. Просматривает его направление, могут прибежать. Скорее всего, прибегут. Ну, мужик с винчестером на нас не побежит, я думаю. Ну, он не вижу, что... Почему бы нет? Он чувствует себя сейчас королем мира, если у него есть оружие. Ну, привожу дыхание в порядок, машину вижу идеально. Хорошо. Блин, смотри, прям в колесе стоит, гад. Зомби достаточно далеко. Вот здесь колесо. Справа церковь. Хожу. Тут чист. Звенит колоколами. Угу. А, так, еду, так, питье закинем. Возьму колесико. Рекомендую. Зомби. Нету мест. Поспешить. Что такое? У тебя есть место в инвентаре, Артур? Не уверен. Колесо, в смысле, взять? Да, сейчас я его возьму, тогда все-таки вроде влазит. Сколько винчера? Винчера стреляют где-то рядом. Да-да-да. Закрывай дверь. Прям рядом? Или на кемпе? Я не знаю. С этими дверями? Дверьми. Потом тебе опять начнутся поправлять. Лучше это сделаю я. Шустрил, как далеко был выстрел? Метром 150. Я потому что его вообще не слышал. Два четких с винчестера. Да мне кажется, там пока что отстрел идет в этом кемпе. Еще что-нибудь видишь тут? Нет тут больше ничего. Пустые банки. Так, что будем делать? Второй пойдем. Второй чистишь. Ты блин, я... Ёлки, что это было? Ты стрелял прям рядом со мной. Да-да-да, это Артур был. Это я, да. Я не понял, как это произошло. Теперь парень с винчером знает, что он не один. Там, да, ты не один зомби. Я думаю, нет смысла тебя их чистить. А ради одного колеса еще. Что больше я там ничего не вижу. Только двух зомби. В палаточном городке зомби военных наспаунилась целая куча. Ну вот, значит, он где-то там. Понятно. Так, Артур, давай ты иди вперед, потому что я с ПБС там точно никого не убью. Зомби не нагрелись на выстрел? А... Да нет, они да нет. Сидели как сидят. Этот, вы нашли что-нибудь интересное? Колесо одно. Запас... А, он у меня встал... Да-да-да, два колеса и два зомби прям в колесах стоят. Одного колеса нам хватит запаски. А тут чисто мой косяк. Как я нажал эту кнопку, я все к новой мышке не привыкну. Пардон, гайс. Тишина, порядок. А, чувствительно нажатие.
На старую прям руку облокотишь и лежишь. Зомби на, новый... на поле недалеко от машины. Вижу, вы ползете, да, ребят? Да-да-да, мы ползем. Отлично. На меня Селюк идет. Зайдет на стол домик. На лесополосу такое? Смотрите все внимательно, потому что я ее плохо вижу. Да, мы ее просматриваем. Джек Шепард, ты поведешь, ладно? А, окей. Я I'm not okay. Я сейчас себя сегодня не в кондиции чувствую. А мы тебе доверяли. У меня не в игре, у меня в реале 38 температура, отстань от меня. Так я же говорю, чего? Так это... Я бы с такой температурой говорил, ребята, простите, вон... Все зрители Артура, смотрите, на этих жертв. Все сополосы, ты бежишь слева от нас? Нет, нет, убить. К машине. Убить? Бежит прямо сейчас. Ну убить. Я если выстрелю, я как убью? Он к машине идет. Артур слева от нас. Видишь? Идет медленно. С прицелом я... Сакаха. Он увидел нас. Дерево. Я его не вижу. Вот прям ты на него смотришь. Вижу, вижу, вижу. Давай, гаси. Ой, это я! Люди добрые, люди мы добрые! Мы же тебя спрашивали. Говорю, с леса полосы бежит к машине. Все, не стреляй. Я побежал его лечить. Там зомби. Зомби не бегут. Ползи аккуратненько, зомби не спалят хотя бы. Вот это. У тебя кровь течет, перевязывайся. В машину кто-нибудь ведите, быстрее заводите, господи! Спрашивали ведь, блин, ты идешь, нет, ты говоришь, нет, гасите, гасите. Со стороны лесополосы, лесополоса вон там! Ну так вон лес! Лесополоса вон там! А это лес! А это лесополоса! Я вообще с этого цирка тащусь просто. Так. Боже! Сколько у тебя жизней? 8700. Ну это еще нормально. Сейчас надо уехать куда-нибудь вглубь и... тебя полечить маленько. У тебя кровь не течет больше? Переломы я есть? Я все исправил. Да, но я все исправил. Ну стреляй. Повезло, что Артур в таком кондишене. Стрельба на военном заводе. Да, там постоянно. Да. Джек Шепард, давай, ты у нас да за рулем будешь. Да ты на радиовышке. Насрать вообще. Ты кищу. Черт возьми. Так, ас-драйвер. Ас-драйвер. Все, едем. Все, едем, да. Да, еще стреляет, с калаша стреляет. Кто-нибудь по карте меня ведите. С калашом идет. С калашом идет? Мне так не сказали, вон с лесополосы идет парень с калашом. Ну а что у тебя в руках-то было? ТМР как бы. Я вроде калаша видел далеко. Не знаю, я даже не приближал, я смотрю, мужик это бежит в полуприседе, говорю, бежит к машине. Мне сказали стрелять, я стрелял. Заметьте, вы сказали мне, со стороны лесополосы бежит к машине мужик. Сока. Ребята, нам точно нужно через Черногорск проезжать, а? Да. Я иду в присядку. Смотрите, с ДМРом. Слева здесь стоит. Крестик, видите, на горе? Это кто-то есть рядом. Нет, не вижу. Поехали. То есть ежак кто-то поставил на горе. Черт! Так, ну нам по центральной дороге сейчас надо будет ехать, не сворачивая на ответвление. Можно, но нет, нужно ли? Нет. Я не торможу, я еду, вы че? Черногорск. Сейчас херово насчет этого может быть, насчет всяких там мусора на дорогах в Черногорске. Я и говорю, введите меня, чтобы как-нибудь... Я по этой дороге вчера пролетел на Волге. Да здесь на всех дорогах так. Езжай по центральной. У меня вот сейчас как я еду, все так и еду, да? Да. Ой, FPS 15. У меня 17. Что-то вообще после того, как я после карты... Так, слева постарайся объехать аккуратно. Слева слышу мух. Ну это Черногорск. Ну да. Так, я чисто по карте тебя веду, короче говоря, а там укрытие, это уже сам смотри. Но пока что прямо до упора. Не сворачивай никуда. Да нафиг надо куда-то сворачивать. Да лупим, нормально. Видно, ворота кто-то открыл. Мы уже пол Черногорска проехали, посигналим. Да, короче говоря, Джек Шепард, тут смотреть бесполезно. Ты просто пока едешь прямо, никуда не сворачивай с этой дороги. Она так и будет вести нас до Электрозаводска. Да, потом а я буду... до аэропорта, собственно. Да. Просто здесь карту смотреть смысла особого нет. Будет что показать детям. Бубока прошла, нет?
Да, прошла. Спасибо. Радость, но мясо мне не мешает, пока убил тебя. Пакет крови использовать не будем, я мясом отъемся. Хорошо. Где-нибудь между черной и электро надо будет припарковаться. Скажешь, когда. I'm just trying. Окей. О, труп лежит справа. А вот ёж. Ёж, аккуратно. О, как думаете, осталась моя приманка? Сейчас посмотрим. Что за приманка? Ну, там было дело. Сейчас будем проезжать через мост скоро. Ну да, ты только предупреди меня заранее, что там. Хорошо. Хорошо, хорошо. Там будет мост и будут всякие ништяки лежать на... перед мостом. Я не знаю, стали... А вон они лежат, слышь. Сейчас будем через них проезжать, вон они. Видите, мешочки на дороге. Вот ты коварный. Первый раз встретил. Давайте утаим эту историю, не будем распространяться на этот счет. Но было весело. Представляю. На этой дороге все было влага. Ешь? Я в последнюю секунду отъезжал, вернулся, на гору смотрю. Джек Шепард, подъезжаем к электрозаводску. Ну, сейчас пока не подъезжаем, где-то через тормози. Минуту будем. Паркуйся, друг. Я кушать хочу. Не-не-не, ну стой, ну прям на дороге. Я еду. Да я выйду, покушаю. Не наезжай никогда на рельсы. С рельсами много багов, у некоторых машины так. Подлетают вообще ввысь. И хуй ломается. Так. Все, я сейчас зомби еще нареспились. Ну мы сейчас быстро разберемся с проблемой. Я уже заправляю одну канистру. Шикарно. А, Джек, выйди с руля, пожалуйста. Все, выйдите из машины. Мне нужно взять из машины мясо. Бэксит, гир, канистры туда. У нас еще 3 канистры бензина. Ну, я думаю, 4 куска мяса я возьму на жор. Где-то вот. Загружаемся, господа. Загружаемся, не стесняемся. Мест всем хватит. Окей. Короче говоря, тактика та же. По прямой едешь, не сворачивая на боковые дороги. И это нас приведет, куда нам нужно. Здесь у нас, как видите, в электрозаводске полицейский департамент есть, он на патруле с часу до двух, на карте указано. Они указали нам, что тут где находится. Видимо, в электрозаводске достаточно безопасно. Да, хотя, если кого мы обманываем, да? Нет, ты что, полицейский патруль тебе не шутки. Ну, может, они следят за порядком, на ребята самом деле. Там с Макарычами патрулируют. Нормально. Бандиты с ПНВ, да. Сейчас залетаем, а там на вертолете патруль, да? Любые правонарушения пересекает из М60. И начнется GTA. Мне если по нам сейчас начинают стрелять, а у нас есть шоссе, то мы не выходим биться, мы пролетаем. Ну, если пролетать получается, то конечно. А так, ну, если да. На повороте где-то, то уже придется отбиваться, я думаю. Опять полная боевая готовность. Слушайте, мне это напоминает игру на Тетрисе, где-то машинка ехала, и надо было между двумя машинами, ну, с правой полосы налево перескакивать все время. Да-да-да. Так же сейчас ежи стоят все время направо-налево, направо-налево. Так, ребята. Булки жали, аккуратно. Здесь зомби, зомби. На нас. Зомби есть, это значит, что... Да, справа стреляли. Не по нам. По сигналь, Джек. Надо дать себе знать. Я кнопку не помню, как... Левая кнопка. А, блин, все время забываю почему-то. Мы королей, Лек. Так, опасное место. Пожарка, собственно. Зачем ты встал? Я не встал, я приостановился. А. Газу, Джек. Свинчеры стреляют. Справа стреляют. 3 FPS, в общем, так-то, да? А, как я проскочил мимо машины и знака. Демон! Шумахер. Can do this, I can do this. Так, все, выезжаем. Пассажир! Ой. Ну, то есть, пешеход, пассажир. Пешеход, пассажир. Ну, так. Собственно... Парня, мне пожрать нужно, но мы сначала уедем подальше. Огни. Вот здесь мы тоже были. Вспоминаю старый добрый. Блин, мы тут везде были. Такой дрифт. Мы тут электро. Вот заход в электро. О, блокпост, Джек! Че, машине хана? Нет. Он исчез, и едем дальше. Замечательно, он так появился. Как я вовремя камеру назад повернул. Чтобы посмотреть на вывеску электро, где написано.
Так, давай выйди, где просматривается. Вот тут вот можно остановиться, и я покушу. Да подожди, я вот здесь рядом с кустиками встану. Да я быстро, я только выйду, да, собственно, приму пищу. Как же я хочу найти какого-нибудь нубика без ничего, посадить его к нам в машину и через директ-чат с ним в микрофон пообщаться? Иди, а ты странный. Я просто мечтаю. Доктор секса зашла. У кого есть пожрать? Я складывал себе в рюкзак, теперь у меня в рюкзаке нету еды. У меня вроде было мясо. У меня вроде бы было консерва. Я не понимаю времена. У меня есть куски мяса. Сколько тебе надо? Один, два? Да один. А, мне просто бери. Пожрать. А, тогда консерву могут просто дать. Да хоть что. Мяса больно много будет. Так, держи консерву. Так, что у нас со звуком? Простые. Не знаю. Такое ощущение, что со звуком что-то не так. Да нормально все. Нам нужно по-быстренькому отсюда сваливать. Парни, вы слышите меня? Погни, да. Слышат тебя. Да. Потому что у меня что-то какое-то 5-секундная была пропажа звука. Тебя и твою бороду. Так, я сел. Поехали. Газуй, 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 друг. Ты не сел еще, а вот сел. Нет, я, все в порядке. И опять сзади. Мне не нравится эта Волга. Она какая-то вся бомжовская. Да. Шаха прикольнее была. Она, блин, покрашенная была такая. Ну, не мог получше машину найти. Оффроуд бы снова наш беленький. Зажрались, да. Звери. 47 найти машину не могли, а сейчас. А у нее цвет стрёмный какой-то. Она выглядит как бомжовская. Я не хочу на нее. Так, что по правой дороге? А, ну, там одна. А другой нету. Да-да-да. Ой, блин. Что? Блин, нормально? Ты смотришь так. Сзади жжет, чувак, как мы едем. Что такое? Нормально, все нормально. Страшно. Зомбаков нет, вывод, здесь никого нет. А, блин, здесь вообще прям вся дорога засыпана. Пройдешь. Забор бы не сосчитать. И забор бы не сосчитать. О, какая девушка. Где? Где на девушка? Сохран, да. А, блин, да, голова, по-моему, так было. Куда вы смотрите? Назад. Барашек. А не, кабан. Ой, еще один зверь. Коза. Здесь в самом пору кому-нибудь из вас сказать, за дорогой следи. Но нет. Да, зачем? Смотрят и любуются. Что это за новшество? Водитель должен следить за дорогой. Я рассматриваю нуба. Такое дурацкое правило придумал. Чтоб шестрил Максим подружиться. Ну я думаю... Я тоже высматриваю. У нас и так машина вся потертая, и к нам никто не сядет. Нам бы сюда здесь какой-нибудь потертый, грязный такой вагончик мороженого. Скоро у нас будет слева по курсу пати-бас в лесу тут какой-то. Там, похоже, народ тусует. Пати-бас, да, точно. Это автобус типа какой-то. Так, ну мы доезжаем до упора. Оттуда к Хельму. И от Хельма по проселочной Красноставу, так что ли? Или... Ну, кто у нас за рулем сейчас? Лучше по асфальтовой ехать все-таки. Джек, да, говорите, куда поворачивать, все, я... О, мужик в шляпе, не верьте мужику в шляпе. На плакате, собственно. Да, я понял. Тогда мы сейчас от Нижнего повернем налево, проедем через Березино. И от Березино повернем направо, через Дубровку, проедем Красноставу по асфальтовой дороге. Да, хорошая идея. А может просто поедем прямо и выйдем в Хельму, ну к Хельму и с Хельму. Но я говорил, что ну, в Хельму можно, но там пока. Пока едь еще, до поворота далеко. Давай, Артур, наверное, до упора, поэтому, а потом... Так он там будет по проселочной ехать. А, ты видишь чисто такую асфальтированную, да? Да-да-да. Ну да, там подольше ну, придется, но зато... Хорошо, здесь подольше, но по асфальту, да. Есть, конечно, да. Дорожка будет узенькая, и через Березино или Березино. Березино, скорее. Эх. Проселочные вообще на Волге отстоят, и не оффроуд, конечно. Да. Блин, ты у меня через все укрытие едешь. И у меня через весь мусор стоит. Причем они его ставят обычно с правой стороны, как раз, что люди по правилам должны. Что, не будем заправлять? Нормально все? Да давай заправимся, чего бы нет. Все равно нет никого. Еще один ешь стоит. Заодно внутри этой самой колонки посмотрите, есть. Точнее, здание. Выходите из машины, я просто, ну, не могу же зайти в гир. А зомби появились. Угу.
хочешь их поубивать? Я не очень. Кто на килдом? Пробовал в редакторе я стрелять по бензобакам, по... Пробовал в редакторе стрелять я по бензобакам. В редакторе по всему, короче, пробовал смотреть, что будет взрываться. Какие стадии взрыва машин, например, по тому же, как он, блин, по Уралу можно вообще там, не знаю, сколько пуль высадить. Так, ну я сейчас нагрю этого зомби 100%, если его никто не убьет. Я, конечно, делаю все сейчас, чтобы... Ну их там два, кстати, внутри стоят, и они смотрят, как ты набираешь. Все, сагрились. Поехали, давай нахер отсюда. Все, бежим, бежим, бежим. Ты не стал? Дело дрянь. Но... Я внутри. Все внутри? Внутри. Все внутри, да. Не внутри, не внутри, не внутри. Стой, прошел уже. Умираю. Что стрел у тебя сегодня? Тебя опять что ли подранили? Давай садись. Как у тебя с кровью? Все хорошо, спасибо. Сегодня явно не день шустрилы. Да. Подстрелили. Мне кажется, в конце будет что-то очень плохое. Загадывать, конечно. А, блин, так-то клево, вы поставили меня за время, следите, меня же за руль. Я нормально. Посмотреть сколько. Ничего, мы все равно до Красноставы. 36 минут уже пишем, ребят. Мало. Ничего давайте не мало. До Красноставы доберемся. И ночными, как мы уже поняли. Серии, ничего да. Не видно. Мы там вообще дрифтуем боком. Темнота. Лифт по дороге. Зачем вы это снимаете? Ну, если мы будем не снимать, мы будем говорить, что все интересно за кадром. Если мы снимаем ночью, то, блин. Говорите, что мы ничего не видим. Выгляните ночью на улицу. Как там, светло и видно что-нибудь хотя нет? Не, ну так-то видно, потому что фонарей много. Ну, фонари, а вот если так. В Майнкрафт, в общем, поиграете ночью. Без факелов. Не знаю, я не играл. Сейчас поворот налево, уходишь на него. Уже прям сейчас? Угу. Хорошо-то как. Едешь до упора в Березино. И там будет поворот. Там будем заканчивать. Но мы из Березина, я думаю, все-таки выйдем. Ну или на подъездах. Да, нормально, поехали. Мы долетим до Красноставы и до аэропорта. Да, сейчас уже быстро там будем. А здесь влияет на то, в горку я еду или нет? Да, влияет. Ой, тут что-то вообще какие-то завалы жесткие. У меня так странно Джек едет вообще. Ничего-ничего. Когда нас Артур возил, ты тоже сам. Я думаю, надо тебя отправить в Токио, чтобы ты там в дрифтовых гонках поучаствовал. Сейчас поворот налево будет. Будет еще, будет. Вот сейчас, да. Поворачиваешь на него. Ой, блин. Ой, блин. Танк стоит на пьедестале. Ну, на пьедестале же. Давай снимем. Ой, зомби бежит. А это он появился или он тут был? Появился. Он из дома выбежал. Сказал, водку привезли, пацаны. Господи. Пошел сейчас звать, а мы уехали. В наше село никто не приезжал с водкой. Проезжаем о, место смерти Артура. Видели, да? Да. Здесь почему-то зомби не на нас бегут уже. Ну, значит, кто-то есть, не заморачивайся. Вот просто еду. Посигналь человеку, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Привет, брат. Господи, он достал ракетницу. Что же нам делать? Бибикнуть в ответ. Сигналить его. Мы забиликаем тебя. Блин, я хочу стрелять сигнал. Почему я не буду стрелять сигнал? Потому что это не видать 4. А было бы неплохо. Офигенно было бы. Электро заряжаем. Я вообще не знаю, бандитель, как не знаю кто. Или как братьев, у этих братьев пулемет Максим на этот, на заднее стекло. И давай. Так, по основной дороге, да? Да-да-да, по основной не сворачивай. Черт, как же на машине мы быстро добираемся-то? Это же офигенно. Да-да-да. Прям спору нет, как все классно. А что самое интересное, у нас теперь есть лагеря на разных серваках. Да. Ну да. А уходишь мы направо. Мы пока не будем распространяться. Я не так, да, ну как, конечно. Сейчас направо уходишь, направо, внимание. Лагеря расположены в разных местах, так что... Если вы нам напишете, что мы у вас машину это украли, у нас есть еще несколько. 10 тысяч машин.
Так, но все равно у нас есть еще основной лагерь с шестеркой и с оффроудом, но там он сейчас не работает, сервер. Надеюсь, его включат. Говорят, после DDoS атак вообще все эти положения машин сбросилось, так что не факт. Блин. Там... Так значит и вертолеты тоже сбросились. Да, я вполне не... возможно, да. Так а если сбросились вертолеты, значит там сейчас точно есть вертолет. Слева кто-то стрелял. Езжай, езжай, прям не останавливайся. Я слышал. Вот здесь как раз такое препятствие, которое... О, кстати, в Дубровке спаун УАЗика. Сейчас будем проезжать. Я посмотрю. Если вы увидите, я стопанусь. Прямо по дороге? Я на карту смотрю. Прямо едь. Вот он сейчас должен будет по дороге быть. Но его нет. Ну и ладно. Газу, так, газу, все газу. Прямо едешь, выезжаешь из города, и мы оказываемся между Дубровкой и Красноставом. И я думаю, там на этом закончим серию. Поворот на Березину. Ну да ладно. Вы меня повернете. Не будет никакой поворота. Будет о, одна так прямая может, дорога. Может, наклён заскочим? Посмотрим квадрики. У нас уже есть здесь один квадрик на этом сервере. Зачем нам квадрики? Зажрались. Единственное, что я хочу сейчас, это оффроуд какой-нибудь. У нас ну, на этом сервере есть квадрик. Человек, да. У нас есть квадрик на другом сервере. У нас зачем нам все, еще у нас квадрик? Все и везде. Это не паркуйся, Джек Шепард. Он где-нибудь в лесочке справа. Да вот все, тут и стой. Тормози, друг. Тормози, друг. Да, и на этом мы, пожалуй, закончим сегодняшнюю серию. Давайте хоть выйдем, посмотрим друг на друга на лица. Ну давай. Я не хочу видеть ваши лица. Так, подожди. Я закрою глаза. Как ты застрял. Джолан Хэллоу, кто-то пишет. The Walking Dead. Короче говоря, да, в следующей серии пойдем в Красностав, посмотрим, есть ли там вертолет. Возможно, найдем там GPS или что-то еще. Машина мне не нравится, машина отстой. Я зажрался. Но, тем не менее, увидим в следующей серии, как мы будем туда добираться. Надеюсь, вам понравилось. Попрощайтесь, ребят. Всем пока и хороших вам выходных. Ух, какой это игра. Ну, я тоже-то. Хороших выходных вам, ребят. Да. Всего что хорошего. Пока-пока-пока. Я не хуже тебя. Пока-пока-пока.